Всем привет, друзья! С наступающим Новым годом! Меня зовут Ирина Маркелова, Агапова. И у нас уже заканчивается праздничная копилка, такая акция, которая мне очень понравилась. Сейчас в копилочке у меня $50, накоплено у меня 280 баллов. И совсем чуть-чуть мне не хватает до порога, чтобы получить $100. А времени остается у нас всего 5 дней. Поэтому что я делаю? Мне как раз здесь не хватает 20, и я оказываю финансовую помощь. 20 баллов как раз ваша личная активность, и будет она мне принесет 300 баллов, то есть $100 я получу. Поэтому я захожу в центр управления и оказываю финансовую помощь сама в эстафете. Итого к оплате $100. Я могу выбрать карточку Visa, Мир, либо другие способы оплаты. У меня денежка сейчас на Payeer кошельке. Я нажимаю Payeer и буду оказывать с Payeer кошелька. Перейти к оплате. Нас перекидывает на Payeer кошелек. Вводим мои данные и нажимаем подтвердить. Ну вот и все. Накоплено у меня 300 баллов. То есть дополнила я своей личной активностью до порога $100. И сейчас в копилке $100, которые я смогу вывести, когда закончится акция, через 5 дней. И вот еще, смотрите, я оказала финансовую помощь в эстафете, а ранее оказывала финансовую помощь в марафоне. И акция действует, если у вас активно место в марафоне и статус бизнес, вы оказываете ежегодную финансовую помощь в эстафете, вам подключают каждый раз одно место в системе бизнес-автомат на 30 дней. Так что у меня будут еще дополнительные партнеры. Это здорово. Всем пока и удачи в новом году и исполнения желаний.